Всем привет, с вами Раанор, прекраснейшего вам настроения. Сегодня я хотел бы рассказать вам об обновлении. Вышло обновление 0.9.15 для Гномории. Значит, что в нем появилось? Во-первых, да, наконец-таки сам стокпайл, да, его теперь можно размер изменять, так как вам удобно. Вторая вещь в стокпайле появилась как рестокт трешол. То есть стокпайл будет останавливаться до тех пор, пока вот я вот установил, да, что перезаправлять тогда, когда есть время под 100 предметов, в данном случае это кучки грязи, например, да, я вот именно поставил, что когда вот останется место под 100 кучек земли, вот тогда стокпайл и будет перезаправлен. Сейчас в него гномы накидают, полностью его заправят. Сейчас вы это увидите. Ну, правда, не дает остановиться. Так, купец, конечно, хорошо, но мне пока-то не интересен купец. Мне интересно, что происходит у нас в стокпайле. Так, ну остановись уже, дружище, хватит! Мешаешь показать обновление. Так, пока давайте засуспендим, а то это навечно. Вот, видите, сюда все внеслось. И теперь данный стокпайл автоматически поставился суспенд, то есть про него приостановили его. И этот значок suspend не снимется до тех пор, пока в стокпайле не освободится место под 64, в данном случае под 100, уже под 128 я поставлю, то есть две кучки. Вот пока два слота не освободится, гномы тратят время на то, чтобы сюда что-то притащить, не будут. Давайте снимем suspend вот отсюда. И я вам продемонстрирую, как это все работает еще раз. То есть каждый стокпайл теперь можно точно так же его настроить. В принципе, вы можете точно так же отключить suspend автоматически, да, и тогда гномы начнут тягать, пока не натягают опять же полный его. И когда натягает полный, опять же suspend включится. Ну, по умолчанию дефолтный стокпайл работает именно, как видите, 0 стоит у всех будет, стокпайлов будет стоять нулевочка. Означает, что по умолчанию стокпайлы будут заполняться именно по стандартной схеме. Это сделано для того, чтобы ограничить возможность стокпайлу, чтобы он не так активно ему гном уделяли внимание. А вторая вещь, которая появилась, да, кроме стокпайлов, это то, что гномы при перетаскивании будут по пути собирать, если вдруг будут бежать, да, допустим, возьму где-то здесь кучку в 24 предмета, да, и где-нибудь по пути будут бежать, и они увидят дополнительные предметы, они их тоже дозаполнят сырых материалов, которые можно собрать в кучу, и понесут уже большую кучку дальше. Тоже полезно. Дальше. У смелтера появилась такая прекрасная вещь, как смелтер, и в нем вот, видите, раньше был у меня вот так вот, да, а теперь можно поставить автоматически переплавлять, то есть эти все работы можно снимать и замещать вот такой вещью, то есть автоматически переплавлять ненужные предметы. Все, как видите, ну, и опять же это сейчас демонстрирую, я мир потом буду перезагружать, естественно. Вот, ну вот самое главное, что вот эта вещь тоже появилась. Ну, поправлено. На самом деле, несмотря на вроде как скромное обновление, да, достаточно давно не выходящее, на самом деле обновление очень и очень глобальное, очень и очень серьезное, потому что в него внесли очень-очень-очень много фиксов. То есть исправлена огромная куча ошибок. Автор даже не перечислил все ошибки, которые он исправил. Ну вот сам факт того, что не исправлено, это он имеет место быть.
Да, еще раз расскажу, говорил уже, но Гномория имеет еще такую возможность, как участие в бета-тесте. То есть вы можете быть в курсе того, что происходит, если поставите в Steam в нужном месте кнопочку на тему того, что вы можете, ну, чтобы игра автоматически происходил на ней бета-тест, включался автоматом. То есть, ну, можно подключиться на бета-тестирование каких-либо вещей. Боюсь, конечно, хвалить я изначально слишком сильно Робокса, потому что, ну, вообще человек молодец, работает над игрой, она становится все взрослее, все живее. Да, она не радует прям какой-то сверхогромным количеством графики, но, тем не менее, сама возможность, то, что можно порулить гномами, очень хороша. Пусть и не так глобально это все происходит, как Dwarf Fortress, но сама визуализация очень-очень радует глаз. То есть все гномы, то, что визуализировано, это очень-очень клево и очень прекрасно. В принципе, мне добавить больше нечего. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ранур. Пока-пока. Счастья вашему дому и до следующих эпизодов! Пока-пока.